Доброго времени суток всем зрителям и подписчикам моего канала. С вами Вера Лисица, мир элитных роз. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я буду очень рада нашему взаимодействию. Сейчас, в конце января, когда солнце так редко заглядывает в наши окна, особенно приятно вспомнить яркие летние краски и вернуться в ушедшее лето. Я приглашаю вас в свой сад 28 июля 2021 года. И перед вами замечательные розы селекции Дэвида Остина Mansfield Wood. Ароматная, очень красивая, практически непрерывно цветущая роза, которая будет вас радовать на протяжении всего лета, начиная с начала июня и до самых заморозков. А это прекрасная Jubilee Celebration. Еще вчера на ней были в основном одни бутоны, а сейчас вот такие чудесные цветы распустились и радуют своим великолепным ароматом и замечательной формой цветов. Еще огромное количество нераскрывшихся бутонов. И этот куст еще покажет всю свою красоту в будущем. Просто великолепие, а не роза. Вот она какая красотка. Такие вот розовые с серебром цветы непревзойденная форма. Чудо просто. Я ее просто обожаю. А это Golden Celebration. Также селекция Дэвида Остина. По форме цветов очень напоминает Jubilee, но имеет вот такой глубокий желтый с оттенком меди цвет. Очень ароматная, очень красивая. У меня она не очень удачно посажена в тени других роз, и поэтому кустик нарастает не так хорошо, как хотелось бы. Но я надеюсь, что в ближайшем будущем он покажет всю свою красоту. А это розочка Young Lucida, также селекции Дэвида Остина. Очень красивая роза, такого лилового цвета, красивая форма цветов, достаточно здоровая розочка. Цветет волнами на протяжении всего сезона. К тому же очень ароматная. Шестая зона морозостойкости. И продолжает свое буйное цветение роза Дэвида Остина Крокус Роуз. Очень красивая роза с хорошим ароматом и непрерывно цветущая. Без цветов в моем саду этим летом она не стояла ни одного дня. Все время цвела, начиная с начала июня и до самых заморозков. И перед вами снова Mansfield Wood красотка. Как же я ее люблю, эту ароматную красавицу. И
превосходная роза селекции Муяна, юбилей принца де Монако. Это биколорная флорибунда, цветет на протяжении всего лета до самых заморозков, имеет вот такие замечательные цветочки, бело-малиновые, иногда больше уходит в малиновый цвет, иногда больше в белый, но цветет практически непрерывно. А это розочка полька, единственный цветок у нее сейчас, и вновь замечательная роза селекции Дэвида Остина Крокус Роуз. И розочка селекции Тантау Мидзами. Трудяшка великолепная, также цветущая очень обильно и продолжительно, с цветочками малиново-клубничными, с желтой такой подложкой. Великолепно смотрится рядом с Абрахам Дерби Дэвида Остина. Замечательная роза. Очень морозоустойчивая и устойчивая к заболеваниям. А это спрей роза Минетта. Чудесная роза оранжевого цвета, немножко вот выгорает в процессе на солнышке, но при этом на кусте находятся цветочки разного цвета, очень продолжительно цветет, практически непрерывно на протяжении всего лета. Очень много новых бутонов у нее. И розочка Агнес Шеллигер. Великолепная француженка с неповторимыми и ароматными цветами. Очень красивая. Одна из моих любимых. И необычная розочка с цветами, похожими на бархатцы, Пур Каприз. Одновременно на кусте находятся цветы разных оттенков. И еще одна роза Агнес Шеллигер. У меня их две на участке. Ну, она непревзойденная, как на мой взгляд. И ароматная, и очень красивая. И розочка Крон Принцесс Маргарет селекции Дэвида Остина. Ароматная красавица с абрикосово-оранжевыми цветами. Это розочка почвопокровная Flower Carpet. Вот такая обильно цветущая великолепная роза, посажена у меня на высокой клумбе. Это посадка весны этого года. И вот такие кусты, такие кустики уже наросли на моей высокой клумбе. Все розы здесь этого года посадки. Вот так она в сочетании смотрится с Альба Мулен Декор. Вот Альба Мулен Декор такими фонтанами белоснежных цветов. Ну просто красавица, я не знаю, очень мне нравится. Непрерывно цветущая на протяжении всего лета, начиная с середины июня и до самых морозов. Чудесная роза. Вообще очень довольна этой клумбой. А это розочка Рене Гассини. Такие вот ярко-оранжевые цветы. Замечательные. Посадка этой весны этого года, поэтому она еще не наросла в достаточной мере, себя до конца не показала. Можно сказать, что это первые ее цветы в моем саду.
И розочка эльф. Тоже еще пока не наросла. Осенняя посадка прошлого года. Но подмерзли ветки, потому что были сильные морозы. Пока кустик еще до конца не оправился от этого. Мои замечательные гортензии, флоксы, метельчатая гортензия ванила фрайс растет практически в глухой тени, поэтому вот недоразвитые такие у нее соцветия, нужно пересадить ее в другое место. И гортензия спаркл, крупнолистная гортензия, она у меня не очень наросла, не знаю, будет ли она такая компактная и дальше, посмотрим. Мои бегонии клубневые. Бегония иллюминейшн. И это иллюминейшн также. А это Dragon Wing. Это мои шотландские бегонии. И бегония мокка. Замечательные цветы, я их очень люблю. И вновь крупнолистная гортензия. Не помню, какой сорт. Мои замечательные гвоздички. И роза коралловый кирио. Она почти погибла у меня в этом году. Вымерзла практически до основания. Вот отрастает как-то очень медленно, но зацвела, как видите. Вот и подходит к концу наша сегодняшняя встреча. С вами была Вера Лисица Мира Летних Роз. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо и до свидания!